Итак, чтение открыто, как вы видели, значит, знаменуются они столетием со дня рождения Феликса Юрьевича Зигеля, которое произошло в 2020 году. Ну, вот чтение не собирались по причине коронавируса, это понятно. Вот. Ну, и ряды немножко, так сказать, поредели. Ну, что делать? Такая жизнь... И мы должны, так сказать, ее продолжать. Кроме того, и это не секрет, нынешние чтения, они сопровождаются определенными нашими переживаниями по поводу международной обстановки, российской обстановки и так далее. Но должны делать мы свое дело. Феликс Юрьевич Зигель. Но мне трудно, так сказать, как бы... особенно много говорить о нем, потому что и много скажешь, ничего. Я его лично знал. Вот. За сегодняшний день прозвучат некоторые его высказывания, которые просто пророческими являются. Вот. И хочется, чтобы они реализовались. Одно скажу, вот первое. Вот. Через 20 лет преподавать в школах будут уфологию. Я потом поясню, почему я об этом вспомнил. Но начнем по порядку. Я представляю стартовый президиум Зигелевских чтений за одним, так сказать, замечанием. Господа, вот вы вдвоем, ну, пожалуйста, сразу в президиум идите. Анатолий Петрович Ситнов. Регалии многочисленные, которого, ну, трудно, так сказать, даже перечислить все, но тем не менее. Назову сейчас. Вы его хорошо знаете. Председатель Совета директоров акционерного общества «Двигатели». Двигатель Владимир Климов «Моторсеч». Ранее начальник вооружений Министерства обороны, генерал-полковник. Рядом сидит Араик Оганесович Степанян. Это президент Академии геополитических проблем. Рядом сидит Владимир Павлович Поливанов. Ну вот когда он будет выступать, я вам его зачту, там на полстраницы регалий. А это сидит Сергей Иванович Сухонос. Тоже, когда я буду представлять, все его регалии назову, но скажу сейчас, так сказать, откровенно, это настоящий, истинный русский космист. Вот, кто еще следит слева? Слева сидит у нас самый левый или самый правый. Это Тимофей Антонович Егоров. Он будет выступать, я его представлю более подробно. Сотрудник, ведущий сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Он реально готовит людей, которые летают в космос. А рядом с ним сидит не кто-нибудь, так скромно, так вот. Петр Валерьевич Дубров, 125-й космонавт России. Космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, рекордсмен по длительности одного космического полета по программе МКС среди марсиан 355 суток. Спасибо, что пришли.